Юху, всем привет, с вами Юнот, с вами Neverwinter Nights. Странно, стойте, я... Вот где же я был? Какая-то фигня. С нами Юнот и с вами Neverwinter Nights. Вот, уже больше похоже на правду. Я хотел зайти туда. Все. Нет, это невозможно! Да чтоб тебе. Малахит. Эй, ребята! Стойте, не бейте его! Я бы помог, но... Я немножко занят. Ну, побей его еще! Делов-то. Тоже мне вообще. Конечно, ему досталось. У меня есть лечение? Блин, я вообще не помню, что у меня уже происходит. Два дня пропустил. Ну, у меня тут свои заморочки. Готовились к свадьбе. Ну. Прикольно, только так можно, да? Хм. Для мага. Так, мне нужно найти где-то этот... Те играют... этот... Господи, как же это слово называется? Короче... Ага. Где животное продают? Аукцион, господи, вспомнил. Где как бы продают лекарства от чумы. Ну, теоретически продают. Что это на практике происходит, никто не знает. Да пусть грызут. Но дверь. Так же. Скрывай. Ту дверь да, железная, которая была, я думаю, вскрыть тоже можно, но подольше надо было. Так, что это такое? Где я вообще? Ой, огни жуки. Как я вас боюсь. Это даже не смешно. Давай. Блин, ты так долго пьешь, ужас. Но я сам захотел копье, да? Чего тут все склады хранят огнежуки? Так, давайте следующую дверь проверим. Так, на всякий случай, же. Это Neverwinter Nights. Что? Кого-то спас. Это Neverwinter Nights, тут можно умереть от чего угодно. Ага! А то хожу так, без света. Все готово. По идее, свет тут тоже какие-то бафы дает. Знать бы какие. Стопэ. Это выход наружу? Нет. Вот это мне всегда нравилось! Ететь колотить, ребята! Вы издеваетесь? Так. Использовать на себя. Использовать.
А яд не снял? Стой, кинь ему. Давай на себя кинь. Сейчас у меня там клыки были. Давайте. Деревенение. Стой, не бей его, господи. Еще ему. Никакой пощады! Черт, надо его полностью вылечить. Сейчас ты умрешь! Да убей ты его! Так, господи. Так, это нехорошо, нехорошо, нифига нехорошо. Где на там загрузка? Вот знал же, что подобная подстава будет. Ага. Ну чё, да капец, слушайте. Паучок-то совсем дикий. Сюда пошли и пошли все-таки его напинаем. Да, надо подготовиться. Дам себе деревянную кожу. Ну что я себе дам? Безумие. Колдуй безумие, говорю. Никакой пощады! Так, ну что я еще могу накастовать? Клыки. И благословение, да, надо выпить. Фиг знает, что дает, но давайте так. Вперед, 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 вперед. Бой! Шайзе. Собачки, фас! Вот, вот это нормально. А вот Тимми, не зря ты трогаешь. Давай. Собака. Так, надо ему дать деревянную кожу. Ну, где-то было. Ясности, профессионализма, невидимости, мудрости. Во. Вам дам тебе это. Никакой пощады! Ю-ху! Вот, теперь должно быть получше. Хай! Черт! Успей! Фу! Конечно, на бутыльки тратится капец. Что еще и тут есть ловушка? Конечно, не профессионал, но он наконец определился. Нет, это невозможно. В смысле невозможно? Сделать, чтобы было возможно. Так, значит, мне надо собачек опять не прыгать. Так, стойте. Так, что у меня есть? Никакой пощады! А, ну вообще нормально, не так сильно. Так, все готово! Лёпанный доспех. Иди пока тут полежи.
Трёпанный доспех это средний, по-моему, да? А, 3, 4, 1, минус 1. 4, 4, минус 2. Не знаю, что значит. Как влияет, на что влияет. Почему именно так влияет? Блин, надо бы отдохнуть, у меня ничего не осталось. Бой! Бой! Да, по уровню мне еще дофига. А лупи этого. Толо. Это себе тормоз. Почему он не может бить нормально? Так, и осталось последние двери, идем дальше. Но паучок выдался сильным, слушайте. Так, ладненько. Ты иди к лесу. Тут я был, да, по-моему? Запертый дом. Вот надо его глянуть с другой стороны. Сейчас тут доглядим. Ага, ничего интересного, просто описание. Нет, это невозможно! Тебе прокачаться бы невозможно. Ага! Дык-дык. Потому что вот здесь мы вроде все были. Так, все готово. Ну ладно, пошли. Ай, блин, а сохраниться надо было. Че, все? Это все бандиты? Ну, ладно. Чё ж делать, раз они такие убогие? Ай! Конец! Твой последний день! Сейчас ты умрёшь! Сейчас, надеюсь, у вас есть шанс. Кусай! Кусай, друг! Все. И что озвучивал их смерть? Блин, по идее отдохнуть бы, но сейчас проверим, что сверху. Ну, атакуйте. Вызванный. А, нормально. Давай, лупи его. Лейтенант моряков. Нормально, еще одну дверь могу открыть. Что-нибудь выпадет. Это мне серп. Это меня печалит, когда ничего не падает. Свет я могу получше сделать себе? Ну-ка, ясновидение, что дает. Нет, это невозможно! Не? Ну-ка, это убьет меня или не убьет? Нет. Убьет! Это невозможно, но и открыть мы это не можем, да? Но мы можем это сделать хитро, опять же. Обманываем систему. Никакой! Палочка одноразовая?
Да ладно. Это было неожиданно. Надо купить вот этих метательных штук. Ага. Так, все готово. Дай гибаром. Затер позже. Помыл. Так, ну давай, так, давай. Так, все готово. Ага. Блин, да чтоб вас, вы можете так не ломать быстро? Блин, палочка одноразовая оказалась, я думал... Ключ от таверны. Ключ от таверны. Куда вы его положите? У нас вот это, третья... Какая-то у нас пустует. Ладно, ключ от какой-то таверны, пусть пока полежит вот здесь. Что, еще есть? Ага. Приказ Каллика. А, цитата. Этот старый дурак должен где-то быть. Даже Венгур не может раствориться в воздухе. Пусть патруль встанет у корабля, и пусть кто-нибудь схватит эту проклятую бабу и его любовницу. Она обычно крутится где-то в таверне сидит. Так. Че, стащите ее вниз, и вы знаете, где спряталась Свингуя. Сорвите ему все планы. Парни, когда мы найдем этого дурака, мы будем богаты, как короли. Я не позволю ему прохлопать самое большое сокровище, которое мы когда-либо видели. Теперь все должны слушать меня. Калик. А тут кому это? Запишка Ходжа. Давайте так положим. Ходжа, что там-то? Там разберемся. Блин, жизни мало. Аптек с маленькой лечилкой тоже мало. Пошли, пока нам не нужно это. 12 колчине, золотое яблоко, таверна Сиди. А, вот, и мы и нашли ключ. Какое совпадение? Вот здесь мы угрожали чуваку. Наверное, сидим и пойдем, наверное, чуть попозже. Сейчас ты умрешь! Сзади я зашел. Опа, ау! Красиво. Сейчас, теперь мне надо обшарить здесь все. Ты кто такой? Кините монетку, дружище. Киньте монетку. Вот тебе золото для вас. Ах, вы так великодушны. Вот человек, который знает цену монеты. Вот человек, который знает цену монеты, отданной незнакомцу. Незнакомец, который может что-то знать. Деньги меня не особо интересуют, зато меня интересуете вы. Что вы... Что вам тут надо? Это не... Не такое уж приветливое место. Я здесь, чтобы поддерживать порядок. Больше ничего сказать не могу. Ах, но как вы будете поддерживать этот порядок? Будете убивать или драться, или лечить? Да, вам понадобится лекарство. А у вас есть воровская валюта? Или форма гильдии? Без этого вас не пустят в таверну Сиди. Но что я знаю об этих вещах? Торговцы дрожат над валютой, а пираты берут свою форму так же, как корабли. Но я всего лишь нищий среди королей. Служу и тем, и другим. Доброго вам дня. Короче, он так завуалированно сказал, что продает информацию, да? Это что такое? Что задам? Пошли зайдем. Может, убьем кого? Клиент, клиент, клиент. Гильда, ты кто? Добрый день. Что вы знаете об этом месте? Сейчас редко когда хожу, слишком опасно.
Простите за беспокойство. Не знаю, кто ты вообще. Ага. Так, все готово. Какой-то трактир или чей-то? Куда-то выход и на второй этаж, да, я так понимаю? Стой! Грабители. Давайте отдохнем, наверное. Ох. Да, тяжело было. Так, а как мне остановить силу? На, все, сама скинулась, ништяк. Давай себе фонарик включим. И перезовем себе существо какое-нибудь веселенькое. Почему кабан? Забыл про него, извините. Все, грабителей мы грохнули. Неизвестно зачем, правда, для чего. Ну ладно. Может, надо было. А это вход с другой стороны, да? Да. Ага. А там что? Поместье. Торговая компания. Надо бы вниз ходить, потом вверх вернемся. Так, все готово. Да пока ты готова, у тебя будет, у меня уже тут все уничтожено будет. Так, туда пока не пойдем, пойдем сюда. Ты кто? Приветствую тебя. Пошлите вниз, глянем. Вот этот дом осмотрим. Что мне все это нужно, вот как бы это ни говорили. Обшарить все это надо. Тут кристальчики, колечики. Нет, это вот сюда надо. Че тебе надо, Тимми? Ничего мне тебе не надо. Просто работай, не умирай. А вот какая-то еще компания есть. Ага. Что-то везде эти медные кольца, они капец, дешевка же. Так, все готово. Но продать лишним явно тоже не будет. Уже интереснее. Вином я не знаю, что делать, потом. Спасибо. Кто застрял, а выйти не смог. Ты кто? Приветствую вас. Какая польза в ваших благословениях? Мне нужно благословение. Очень хорошо. Расслабьтесь и знайте, что завтра день будет. Он ничего не дал. Пошли посмотрим, что это за место. Опять таракашки эти. Ох, едеть колотить. Лупите их, давайте.
Себя чуть-чуть хильнули. Наверное, еще чуть-чуть хильнули. Шиковать так шиковать. Ну, любая вообще, да, бесполезно. Сколько у меня было? 31? 34. На 4 дает. Так, это какой-то спуск, выход, что это? Сейчас ты умрешь! От удивления! Смит, ты вообще атакуешь, нет? А где Тимми? Тимми, твою душу, где ты потерялся? Что-то он завис. Ага. Надо, у меня есть волки, в принципе, с ними-то я не пропаду. А вот почему застрял Тимми, меня это напрягает. Томми. Ну, я буду звать его Тимми. Нет, камни не нужны. Еще проходы. Ой, ты ж господи. Дайте выйти, дайте выйти. Это была подстава, чуть не умер. Давай отдохнем. А где враги-то? Чё-то кто-то здесь не дожил. О, лес и Невервин. Да без разницы мне от леса. Сниму позже. Хорошо. Так. Почему все вспоминают последний момент? Ладно, не суть. Томми. Я кругом двери. Куда это вообще? Странная дверь. Как ее открыть, непонятно. То есть загадок в этой игре больше, чем не знаю чего. В атаку. Опа. Ковать всех, ты чё? Никакой пощады! Чё, теперь я ещё застрял? Да ладно. Что мне это бесит? Бой! Взял, в стене застрял. Идите колотить на благочестие. Так, по весу. Чё у меня? По весу я ещё могу таскать. Ага. Нет, это невозможно! Ну ладно, значит, переходим к плану Б.
стилов-то? Кровь дракона. Вот для чего она мне? Непонятно. Копье мне тоже для чего? Непонятно. Что делать с дверью? Непонятно. Мы ничего не нашли. Ладно, пойдем отсюда. По идее, это вот дофига всяких загадок, до всяких поведений. Искать то, искать все, искать третье, десятое. И можно прям, блин, не знаю. Это старый РПГ, это здесь вам не хухры-мухры. Приветствую вас. Какой-то вот Моргенус. Приветствую! Приветствую вас. Потому что, скажите, вы случайно не видите человека по имени Калик? У него мой амулет, и он, похоже, забыл о нас. Забыл? Я говорил о тебе, что ему нельзя доверять. Я прекрасно помню, что ты сказал, дорогая. Ты видишь, что тут мужчина ожидает продолжения разговора. Так в чем проблема? Но это не очень удобно. Видели, нам сказали, что тут где-то находится выход из Невервинтера. Мы бежали из карантина. Я нанял корабль, который должен был отплыть из портового района. Я отдал фамильный амулет человеку, который клялся в своей честности. Хэмилл, я могу сказать, угодно кляться. Что ты умен, но... А, я могу сколько угодно сказать, что ты умен, но от этого ты умнее не станешь. Думаю, я могу разобраться в этом ради вас. О, если бы вы могли сделать это, моя благодарность была бы безгранична. Мистер Калик, кажется, он слишком задержался. Он сказал, что пойдет готовить корабль, но ушел вовсе не в сторону моря. Он что-то упомянул об аукционе. Вот, можете взять с этим местом не знаком, так что мне это все равно ни к чему. Пожалуйста. Верните мне амулет, если найдете. На нем стоит герб мастерсонов. Я решил не нарушать карантин, просто хочу вернуться в то, что мне принадлежит. Так, аукцион-то я понял. Зачем мне это смотреть? Кровь дракона. Пока не понятно для чего. Возможно, это чисто для магов или еще какая-нибудь фигня. Вот заворотик, какой-то домик. Нет, это невозможно! Все невозможно. Надо было прокачаться и после прийти. Ты меня просто убиваешь. Давайте, ребят. Так, все готово! А этот раз он первый. О, серебряное кольцо. Это уже заявка. А, нет, все нормально. Я уже думал, будет что-то поновее моего. Оказалось, нет, у меня самое новое. Значит, надо найти Калика, который торчит на аукционе. Понятно. Кровавый моряк. Да без разницы. Если надо, буду вас всех убью. Дай пройти. Зачем вы меня беспокоите? Зачем меня беспокоишь? Поворачивайтесь. Иди отсюда. Идите себе. Я иду куда хочу. Вы хотите попробовать меня остановить? Я только раз предупрежу. Нам не нужны голодные бандиты, шастающие повсюду хулиганы. Вы хотите видеть кровавых моряков? Вы так готовьте. Да-да, готов к бою. Тебя уже ждут! Я спорю тебе! Все, делов-то. Можно переодеться в кровавого моряка. Короче, квесты, как вы понимаете, нифига не линейные. Так, все готово!
Опять ничего полезного. Скоро будет пора возвращаться. Так, все готово. Что за брошь? Это простая железная брошь, судя по характеристикам, ее, вероятно, сделали на севере в арских племенах. Не знаю, походу продать. Что вы долго ломаете, если честно? Открывай. Ага. Да, полезного здесь мало, конечно. Слушайте, очень большая карта. Делать даже неизвестно, что куда ни при, везде люди. Что, не делай кругом, вон бомжики или трупы валяются, не знаю. Скорее всего, трупы вон сжигает то, что. Тоже ничего полезного. В огне мы тут не горим. Фух, ну довольно мы много оббегали. Конечно, пользы мало. Все равно такие большие районы. Все ли я обшаривал или нет, я без понятия. Что это? А, объявление в аукционе. Теперь у нас остается вот этот край. Потому что в этот сам аукцион, в таверну седьмую уже попадем. А я начну вот отсюда, поместье этого Синдереллы. Да, ну а так вот мы до сих пор все здесь бегаем. Еще какой-то дом. Это канализация. Потому что, по-моему, мозг, который здесь есть, он только в канализациях. Ага. Стой, давай вот зайдем туда внутрь и сохранимся. И на этом наша будет. Так, все готово. На сегодня все. Слышь ты. Приветствую. В смысле уходить? Офигенно. Невозможно. Сейчас ты умрешь! Зачем пришли? Возможно ли это будет сделать? Ключ, в смысле, это будет, да? Нет, наверное, в подвал нам надо будет пойти потом. Давайте пока загрузимся. Подвал, я не знаю. Мы не откроем изнутри? А вот, допустим, сюда и сюда можно зайти. Потом еще подвал пойти, потому что, скорее всего, животное там. Ну что ж, давайте на этом закончим и продолжим в следующей серии. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.